Каждую весну, осень, а также лето потоки воды, сбегая по стенам, наполняли подставленные ведра. И вот в этом году, благодаря спонсорской помощи концерна «Росэнергоатом», в нашей школе произошел очень важный, значимый для нас ремонт. Это ремонт кровли. К работам по замене старой кровли подрядчики приступили в конце июля. На сегодня крыша отремонтирована современными материалами, гарантия которым 5 лет. Материал не пропускает воду. Ремонт кровли стал возможен благодаря содействию главы муниципального образования города Десногор Смоленской области Шубину Андрею Николаевичу. Мы надеемся, что новая кровля будет радовать нас долгие годы. Скоро в нашей школе откроется теплый, уютный, светлый компьютерный класс, который мы в этом году отремонтировали благодаря спонсорской помощи Смоленской атомной станции. В кабинете заменены старые оконные блоки на новые пластиковые. Подвесной потолок сделан из современных материалов. Окрашены стены. Произошла замена линолеума. Неоценимую помощь и поддержку оказывает нам компания «ЭЦМ Смоленск». И, конечно же, директор этой компании – Печерица Сергей Иванович. Нашей школе Сергей Иванович оказал помощь в проведении интернет-кабеля. И теперь наша школа может похвастаться тем, что каждый кабинет имеет выход в интернет. В новом компьютерном классе кабель будет уложен в короба и подведен к каждому рабочему столу. 11 ноября в школе открылся новый буфет. Просторное светлое помещение, в котором вкусно пахнет свежей выпечкой, теперь ждет школьников на каждой перемене. Такие буфеты будут открыты во всех школах Десногорска. Обслуживать их будет компания «САЭС-сервис». В четвертую школу на открытие пришли директор станции Павел Лубенский, глава города Наш Андрей буфет Шубин открылся и директор благодаря САЭС спонсорской Эдуард помощи Синовод. Смоленской атомной станции. Современный интерьер радует наших детей, учителей, а также родителей. Этот намного лучше, он тут стало просторнее и светлее. Мне очень нравится и выпечка, и очень нравится, как переделали буфет. Ярко очень, просторно, светло, и такой цвет прям как... Ну, он желтый, как выпечка, как тесто такое яркое, румяное. В школу заходишь, уже чувствуется запах этих булочек вкусных. И сразу хочется бежать в буфет и покупать булочки. С этого дня в школе буфет.